Готовим куриное филе в соусе карри. На оливковом масле обжариваем одну луковицу. Кладем чеснок. Хорошо обжариваем. Добавляем куриное филе. Соль. Томатную пасту. Карри. Дальше вливаем воду. Кладем сметану. Хорошо перемешиваем. Добавляем муку, накрываем крышкой и тушим 10-15 минут. Курица готова. Подайте ее с рисом. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.